Всем привет, друзья! Это видеоблог «Две хаски». Сегодня я приехал на реку Лопасня, Южное Подмосковье. Попробуем сегодня здесь половить, любую хищную рыбу попробуем половить. Посмотрим, как это выйдет. Погнали! Очень красиво. Удар был. Что-то как-то не хочет. Место здесь шикарнейшее. Мне здесь очень нравится. Есть. Вот он, мой мальчик, клюет. Заглотил. Рыбка есть, это радует. Кстати, удар был там же, где и предыдущий. Он тут мель, и он прям, видимо, выходит на мель. А вот погода, конечно, портится это. О, удар был. Пришлось отключить камеру. Дождик очень поднялся сильный. Был пойман еще один голавлик. Чуть меньше предыдущего. О, удар.
Хера себе удар. Фу, я ж напугался, блин. Нормальный головоль был. Да ёп. Ребята, вот это голавль. Вот это голавль, ребята. Вот такие тут голавлики плавают. Ушел, дружище. Фу, ребята. Крутой. Крутой голавль. Удар был. Щуку я так и не поймал сегодня. Кидал в разных местах. Ну, лопастник, как мне показалось, очень такая спокойная речка, поэтому рыба, мне кажется, может стоять где угодно. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки вот за такие пейзажи. До новых встреч!